Всем привет! Сегодня у нас 31 января. Посеяла перцы. Посеяла 4 вида. Вот такую баночку бороздками. Как сеяла, не снимаю. Уже много видео посеяла. Вот такой вот красный бизон. Яркая смесь. Эта смесь мне понравилась в прошлом году. Потом воловье ухо, тоже очень хороший перец, очень крупный. И желтый колокол, тоже очень мне понравился в прошлом году. И я решила к ним вернуться, пока перца очень много сортов, но не стала в этом году сеять все по чуть-чуть. И вот такой вот экспериментальный посев, вот такие вот рулончики, кулечки на туалетную бумагу. Посеяла попробовать, как получится. Но в прошлом году я так сеяла помидоры, мне понравилось. А в этом году я увидела, что можно, когда прорастает, еще подсыпать земли. И они тогда наращивают большие хорошие корешки. Сюда я посеяла перец. Я заказывала в Краснодаре. Там семья занимается выращиванием овощей и продают семена. Ссылочку я дам на одноклассники. Может, кто закажет. У них арбузы очень вкусные. Название точно мы прочитать не смогли. Ну, в общем, вырастет, посмотрим. И посеяла вот что сестра. Тут, оказывается, желтый и красный перец. Это был покупной, что зимой покупали и собирали семена. И вот она попросила попробовать посеять вот такие вот семена из покупного перца. Ну, в общем, вот все с перцами я закончила. Что взойдет, то и высажу. Высажу только в теплицу, потому как на огороде он у меня не вызревает. Будем следить за всходами и урожаем. Всем пока.